Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня десяточка, давно я вам уже ее не записывал. Это аккаунт, который прокачан на английском сервере и который будет разыгран среди вас. Условия, в принципе, все те же. У вас должны быть репосты с видосами про десятку. Я потом посмотрю, то есть это не вся десятка, это новая десятка. Есть плейлист на аккаунте десятка, и там все плюхи, которые... Так, не понял. Ничего не могу забрать. За подстава. У нас места не хватает. В общем, все видосы, которые именно с этим аккаунтом есть, среди них я потом выберу один видос, но все как обычно, и выберу подписчика, у которого будут все репосты данных видосов, и эти я дам ему аккаунт. Но это будет немножко попозже, потому что мы этот аккаунт еще качаем, получаем кучу разных плюх, в общем, трешуем. Здесь есть большинство героев 87-89, здесь нету только еще зефирки и разрухи. Доната тут, кстати, не так уж и много, с каждым днем все дешевле и дешевле собирать на английском сервере, ну уже по 200 героев, то есть аккаунты. А у нас сегодня другая цель, мы сегодня будем пробовать получить. Ну это, конечно, будет нелегко, шестую таблеточку. То есть нам для этого надо будет прокачать сейчас некоторые здания, что мы, собственно, и будем делать. Балаболить и качать. Так, отлично, забираем скин. Как видите, здесь надо еще качать и качать. Многое еще закрыто по скинам. Кстати, у нас сегодня со скинов все это уже есть у нас по скинам. О, ничего себе, уже начали. Наконец-то на английском сервере начали продавать 9 эмблемы. В принципе, обалденная эмблема 9. Надо позабирать. Однозначно надо брать. Такс, ладно. Потрешивали, поехали. Что нам надо? Многие не знают, что надо для шестой таблетки. Для этого надо совсем немного просто прокачать некоторые здания. Вот видите, на 16 уровень. То есть по добыче, по хранению маны. И у вас должны быть прокачаны также казармы. Что у нас? Давайте так, что у нас есть? Потом займемся вырубкой лесов, которые... Так, это что у нас? Goldmine. Еще где-то должно быть одно. Вот так вот. Вот эту всю дичь нам предстоит, ребят, прокачать. Не знаю, сколько у меня ресов хватит. Но, в принципе, должно хватить. Молотков у нас 493. То есть в районе 500 молотков. Сейчас посмотрим, хватит ли нам. Должно быть по... Если я не ошибаюсь... А ну сейчас еще разок зайдем. Четыре. По четыре должно быть прокачано. То есть таким вот образом вы должны апнуть по четыре здания. И потом, ну мы сейчас быстренько, у нас есть для этого мега молоточки. Поэтому, чем мне нравится английский сервер, здесь можно даже здание очень быстро прокачать. Очень много есть паков, где продаются молотки, это очень выгодно. Особенно для начинающих донатов, там мини-донатов. Потому что зданиями реально сложновато, очень много времени, там больше года надо, чтобы все прокачать. Также есть уже скины, в принципе, которые немножко упростили прохождение фарм-локаций. То есть не так убиваются здания, но все же надо все качать. Ну, сейчас мы по бырику. Думаю, мы 2 часа точно качать не будем, но мы это сделаем. И жахнем эту таблеточку.
Многие из вас спрашивают по поводу конкурсов. Многие новички не знают. Есть на стартовой страничке видосик, как участвовать. Я постараюсь перезаписать, перезалить вам, показать это все. Так, тут можно уже днями. То я увлекся. Короче, будем сейчас днями фигачить. В общем, все для того, чтобы участвовать. Все, что вам надо. Еженеделька у нас проходит с понедельника по воскресенье. Участвуют все видосы. Я рандомно выбираю какое-то видео. И, соответственно, выбираю коммент тоже рандомом по тем видео. И человек получает плюхи. То есть ничего сложного нет. Чем больше у вас видео есть, тем выше ваш шанс. Минимум должно быть 15 для участия. То есть ничего, скажем так, сложного, сверхъестественного от вас я не требую. Поэтому все в ваших руках. Вот еще чем мне нравится английский сервер. Зашел, куча ресов. Тратишь все как хочешь. Качайся давай. И вот видите, на эти прокачки тоже, блин, дофига времени уходит. Все думают, что донаты. Донатам, блин, времени столько надо. Без донат закинул и ждет там. А этому, блин, ты знаешь, что у тебя есть ресурсы. И ты начинаешь пыжиться, как же их использовать побыстрее. Так, мне кажется, нам не хватит. Максимум, что мы сейчас прокачаем. Так, это 16-й, можно ее отсюда отставить уже. Это 8-я. Короче, вот таким вот задротством я занимаюсь практически каждый день, потому что есть на английском сервере 3 аккаунта донатных. Ну, на бездонате на русском сервере там попроще. Китайку я что-то вообще последнее время забросил уже. Но скоро будет обнова, обратно туда вернемся. Так, 16-й есть. И вот таким вот макариком, ребятушки, вам надо вкачать по 4 здания. Интересно, хватит, не хватит. В принципе, до 16-го левела качать это не проблема. Мы уже даже видите, как с вами жируем. Молотки тратим. Ну, молотки здесь через день продаются, поэтому не проблема. Не хватит, докачаем завтра, послезавтра, но я думаю, нам хватит. Ну, планирую, что хватит. На втором аккаунте так. Смотрите, как хорошо идет. Как хорошо пошла-то. Так, отлично. Так вот, чем мне нравится, зашел себе, нажал кнопочку, и это намного дешевле, чем покупать. Раньше мы покупали за самоцветы. Ну, когда уже спешил, не было времени. Тут можно, конечно, и минотавром сидеть, задротствовать, фармить, но никто этого делать не будет. Уже даже вот половину прокачали. Видите, как все быстренько у нас. Отлично. Еще немножко, еще чуть-чуть. Видите, как они равно выглядят. До скина. Так, мне это не надо. Зачем мне еще одну? Мне надо вот этих настроить еще две. И потом у нас останется только самое такое, это казарма.
их тоже задрустывает, надо долго качать. Тоже напрягает. Вы считаете, мы экономим дофигища. У нас 500, конечно, мы перерасходуем их на 56 минут, как за сутки, но по сути вот у нас на 2 года, да, там, ну, условно, плюс-минус, полтора даже года, молотков. А раньше мы без этого всего качали, то есть люди заходили, высчитывали время, то есть закидывали, то есть... Люди на это 2-3 года тратили на то, чтобы прокачать. Там 25-я ратуша, это было вау. Сейчас это делается там в течение пару часов. Можно прокачать все здания, которые есть. Ну, имея, конечно, ресурсы, наличие ресурсов. То есть, по сути, за пару недель можно сделать топовый аккаунт на сегодня. Правда, придется в него вложиться, но с каждым днем это все дешевле на... Ну, на, по крайней мере, на английском сервере, на русском тоже уже без проблем это можно делать. Вот так бы мы потратили недельки две на это здание, а мы ее качнули за пару минут. Так, отлично. Поехали дальше. Докачиваем это здание. Ну, шестая таблетка — это самое, наверное, самое основное, что хочет любой донат, без донат, потому что это еще плюс один герой. И все опасаются, что скоро ведут, ну, должны были вести седьмую таблетку. Но, скорее всего, этого не будет. Скорее всего, у нас выйдет новая версия игры, и мы будем там уже ловить таблетки новые. Ну, непонятно, какая она, конечно, будет. Чем будет... Много трешечка скоро. Да, на бездонате, конечно, туговато с такими строениями. Так, что у нас там по таблеткам? Говорю, по таблеткам. Ну, в принципе, думаю, хватает с головой. Мы уже прокачали, считайте, сколько зданий. Просто на изи. Самое основное, что дает эта таблетка, это преимущество как на битве гильдии, так и на фарм локациях. Ну, по сути, это, считайте, вы добавляете себе 1/5 мощности от той, что у вас была. Ну, конечно, таблетки надо еще тоже качать. Здесь я таблетки не прокачиваю специально, потому что у меня условия, что герои все должны быть одинаковые прокачки. Для тестов, поэтому мы пока не трогаем, но это временно, я думаю, скоро мы начнем прорывы качать 20-30, и тогда будет уже у нас повеселее, скажем так. Так, отлично, 16 есть. Ух, еще немножко, ребят, я уже сам запахался. Ну, хоть будете знать. Это, считайте, мы прокачиваем только, ну, по сути, так, чтобы разобраться, только половину. То есть умножьте на 2, и вы узнаете, сколько вам надо будет приблизительно. Ну, еще и на ратушу там надо нормально будет затратиться. Я, конечно, вообще жирую уже.
вместо каких-то там 9 самов я уже суточный молот трачу, зажрался. Ну, на английском сервере это нормально, потом все равно качать нечего, они просто будут валяться, поэтому... Тут можно этого добра не жалеть, а на русском сервере, конечно, попечальнее. Ну, эти молоточки без доната тоже могут купить за ордена, получить в магазинчике. Поэтому копите. Ну, в первую очередь приходится ратушу качать. С ратушей у вас откроются новые постройки и количество построек. Потому что вы не сможете левел повысить. Поэтому я бы советовал в первую очередь их тратить на прокачку ратуши. Она дольше всего строится. Ну, не в принципе, она не дольше всего. Казармы тоже, по-моему, и башня нормально по времени занимают. Так, 16-е, отлично. Такс. Ну что у нас осталось? Всего лишь ничего. Осталось еще вот это вот понастраивать. 3 штучки, и мы получим. Тут вот радиус увеличивается, количество юнитов. Тоже, в принципе, очень нужная постройка, особенно для дефа на битве гильдий. Можно за самики. Мне, наверное, ночью будут сниться эти молотки. Мы даже уже перекачали. А, нет, это мы что-то другое качнули. Ну, бывает. Бывает и такое. Видите, сколько стоит, получается, прокачка за самоцветы и сколько стоит молоток. Это реально очень выгодно. Да, у тебя хватает молоточка. Силушки, конечно, здания, как видите, прибавляют не особо много. Ну и это хорошо. Так, отлично. Давайте еще один. И еще один. Ой. Ой, не это. А... Пу-пу-пу-пу-пу. Все, четвертое. Вот очень, кстати, хорошо, что сделали быстрый найм уже. Намного лучше и проще. Да, я все-таки думал, что больше уйдет. Все-таки где-то на все, где-то порядка 500-600 кулаков надо, чтобы открыть таблеточки. Ну, по сути, это как раз и есть годика 2. Чтобы прокачать быстренько здание. Для бездоната это, конечно, нереально так быстро прокачать. Напишите, кстати, в комментах, кто за сколько прокачал 6-ю таблетку, кто смотрел, за сколько она у него появилась, ради интереса. Так, отлично, 14-й. Так, еще одна осталась.
И наконец-то мы дойдем до этой мечты. Наверное, это одна из таких важных самых вещей на любом аккаунте, потому что это нереально упрощает игру в дальнейшем. Один герой этот, ну и, конечно же, постройки, пока вы это все построите, вы намного больше пройдете. То есть, если сравнивать без доната и доната с такими постройками, в принципе, что сравнивать, вы и так все знаете, что такое без доната, что такое донат. Так, ну что, финишная прямая, ребятушки. Мы откроем эту мечту. Чик. Ебой. Вот так вот. Шестая таблеточка. Чик. Первого уровня. Три. Почти как картошечка фри. Так, надо будет повырубать деревья. Вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Ничего сложного. О, ничего себе. Нифига себе, нифига себе. Что, попробуем рыльнем? 150. 450. 450. Ничего себе. А ну-ка дай имбу. Давайте. Имба за 150. И чик. Это называется пейнда. Так, 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 так. Ничего мы не выбили одного слизня. Ну вот такое. О, ничего себе, сумки огника. Прикольненький этот коллекционер, я вам скажу. Правда, первые жалко, были бы вторые, вообще было бы топово. Как обычно, там говнецо выпадет. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с тестами. Всем удачи, всем пока.